Всем привет! Канал «Записки злого юзера» решительно приветствует вас. А в Америке продолжается предвыборная гонка. Хитом интернета стало выступление Хиллари Клинтон. Вот оно. Нет, вы не подумайте. Старушка не сошла с ума. Просто она рассказывала рекламу, в которой лаяла собачка, когда политики лгали. Интересно, чем ответит Дональд Трамп? Нет, вот так сделать он точно не сможет. А у Хиллари Клинтон, кажется, опыт по таким делам. Представьте, уютный особнячок Клинтонов. Чета супругов сидит на диване вечером. Билл говорит Хиллари: «Дорогая, сделай мне филляцию». «Ну, пожалуйста, что тебе стоит?» «Знаешь, а у нас в Белом доме новая практикантка, Моника Левински. Можно я попрошу ее?» «Ну ладно. Давай опять по-собачьи». «Неплохо бы было, если Клинтон, не дай бог, станет президентом Америки. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Если она захочет соврать своим избирателям, или нам, или всему миру. У нее вместо слов вырывалось вот это. Слушаем и смотрим на бис».